Уважаемые участники съезда, прежде всего, хочу обратить внимание на то, что благодаря людей, оказавших поддержку, мы благодарим не за то, что они финансируют команду народных лидеров, никто и не финансирует. Эти деньги пошли на то, чтобы арендовать зал. То есть действительно большое спасибо тем людям, которые просто обеспечили возможность проведения этого съезда. Это первое. Второе. Вот вы все видели, какие разные люди выступали перед вами. Ведь нас очень часто спрашивают, да кто ваш кандидат, кто ваш кандидат? Под кого мы можем сейчас собирать у себя в регионе команду? А ведь всякий человек имеет свои недостатки. У каждого из этой команды, у всех у нас есть свои недостатки. И на каждом можно сказать, да, у него вот это хорошо, это не очень. Мы хотим уйти от этого вождизма, мы хотим предъявить, вот вам команда. Вот команда, у каждого из них есть недостатки, но совокупные достоинства членов этой команды, они несомненны. Каждый, безусловно, авторитет в своей сфере и далеко выходя за свою узкую сферу. Человек смертен. Мы выставим одного лидера сейчас, вот он лидер. А что-то он опасный лидер, давайте его вот так уберем. Мы выставляем большую команду, которую всю не так-то легко вот так убрать. Мы понимаем, о чем мы ведем речь. Дальше. Мы ведь создаем модель. Ведь все это заработает только в случае, если вот в каждом регионе, в каждом городе, вот она, команда лидеров, не безгрешных, прекрасных, идеальных людей, но совокупностью своей деятельности, демонстрирующей, к чему мы хотим прийти, что мы хотим построить. У нас мало расписано, скажем, про военное строительство в наших программах, но у нас 4 крупных организатора вооруженных сил с очень разным опытом и на высоком стратегическом уровне, и на оперативно-тактическом и так далее. И мы не можем сейчас просто заболтать и все рассказать, что мы заранее будем делать. Но эти люди, коллективный авторитет в этой сфере, наверняка способны найти и предложить решение. А что еще более важно, они-то точно знают, каких специалистов подобрать, чтобы действительно выработать необходимые решения, например, в этой военной сфере. И так по любому направлению. Но еще раз, все это заработает, если сейчас поддержанные выдвижение, региональные лидеры и те люди, которые просто нас смотрят в роликах, начнут или продолжат эту работу по этой же схеме у себя в регионах. Не по принципу «я главный лидер, вот моя идея, вот моя партия, все собираются по меня». Нет. Много разных взглядов. Общество очень разрознено. А нужно суметь собрать в каждом регионе все национально ориентированные, все социально ориентированные, все добросовестные силы, чтобы найти возможность у себя в регионе. Так же, как рассказывал об этом Алкснис, у них это было на определенном этапе, да? Собрать всех, найти способ преодолеть все разногласия, преодолеть все споры и обиды, и начать формировать структуру, которая, может быть, сыграет на выборах на этих. Может быть, сыграет на выборах не на этих, а может быть, сыграет и в той гипотетически опасной, не исключено реальной ситуации, когда завтра власть начнет рушиться, и ее нужно будет подхватывать. И очень важно, чтобы все национальные, социально ориентированные силы были к этому готовы. Еще и еще раз. Мы не делаем ничего волшебного. Мы стараемся сделать то, что нам представляется абсолютно естественным в сегодняшней ситуации. Большинство граждан России, большинство русских людей сегодня находятся в необоснованно, глубоко ущемленном положении, а главное, не имея стратегической перспективы на будущее для себя, для своей семьи и для своей страны. Мы должны выстроить единый фронт. Мы, наверное, впервые это слово здесь говорим, потому что всякие понятия типа «народный фронт», они оказались опорочены предшествующей истории. Но по существу мы выстраиваем единый фронт национально и социально ориентированных сил. И здесь совершенно не надо спорить, кто вокруг кого объединяется, у кого будет приоритет, у кого не будет приоритета. Это все не важно. Важно, чтобы мы дали своим избирателям возможность увидеть, что есть единая национальная и социально ориентированная сила, независимо от всех нюансов идеологических разногласий, старающаяся
отказываться от рассматривания тех вопросов, которые у нас раскалывают, и вынося на первый план те главные вопросы, которые способны нас объединить. Успехов вам в этой работе. Спасибо.